Здание Россотрудничества в Киеве вновь пострадало от рук украинских радикалов. Накануне поздно вечером возле него объявились несколько человек в масках, стали поджигать фаеры и дымовые шашки. Когда полицейские прибыли на место, там уже никого не было. Утро сотрудникам Российского федерального агентства по делам СНГ или Россотрудничества пришлось начать с отмывания копоти. Подобное нападение уже было в апреле, а на прошлой неделе десятки молодчиков ворвались внутрь и сорвали презентацию книги, автора которой они объявили, цитирую, «врагом украинского государства».